Басманный суд Москвы продлил срок заключения ивановцу Дмитрию Рукавишникову, фигуранту болотного дела. Напомним, он обвиняется в том, что в мае прошлого года во время беспорядков в центре столицы передвигал уличные туалеты, создавая препятствия для правоохранителей. Сегодня решался вопрос об изменении меры пресечения для Рукавишникова. Адвокат предоставил документ, что по состоянию здоровья обвиняемый не может содержаться в СИЗО. Но, несмотря на это, судья продлил арест до 6 октября.